Добрый день! Сейчас мы с вами посмотрим лот толстовки флис, первый сорт, Германия. Подробности в ссылке под описанием. Начнем мы с толстовки Lens End, XS размер. Вот. Такой, как флисовая танковка, я бы сказала. Плотненькая достаточно. Здесь имеются, правда, пятнышки. Немножко. Ну, то есть она вот требует стирки просто. Дальше Декатлон. Размер евро 3XL. Высокий ворот на замочке. XL размерчик. Очень плотная. American Company. Толстовочка, размер LXL, здесь на 170-176 ростовку, ну, по размеру, так вот, если по размеру, то это где-то ML даже, наверное, немножко удлиненная. Здесь у нас M-ка, тоненькая, высокий ворот на замочке. М-размер, очень плотная тоже. Это H&M и Евро М-размер, прям как меховая, как будто бы. Такая очень плюшевая, теплая. Здесь L-ка, рукава с подкладом, вот, и сама она... Ну, достаточно плотная. Blue 7, 44 размер. На молнии, воротничок высокий. 52 размер. Тоже высокий воротничок. Это Ice Pick. И она на таком подкладе, как сеточка. Термоподклад, в общем. Очень теплая, непромываемая. А здесь у нас М размер водолазка, флис. Это страус размер L, плотная тоже с подкладом, рукавчики и вот передняя часть, то есть с подкладом. А здесь у нас Джек Вольфскин, размер L, L, скорее всего, это детский L, то есть это где-то 158-164, вот так, сзади. Очень плотная, кстати говоря, сзади вот такая вот лапка. Так, дальше размерчик у нас M, тоненькая. Здесь плюшевая толстовка, где-то на 146-152 ростовку, и вот капюшон такой, очень теплая, тоже плотная. И здесь 38 размер, тоже плюшевая, высокий ворот. Здесь у нас плюшевая 36 размер евро. Вот такой вот снеговик шикарный. Посмотрите, какой капюшон интересный. И еще есть вот так вот шарфик завязывается. Ну, класс. Вообще. Здесь у нас размер М. Жилет. Высокий воротничок. Desires 2XL на флисе. Вот. Прекрасная, тоже теплая. Здесь у нас размерчик L. XS размер. Высокий ворот. Теплая M. Размерчик.
А здесь у нас тоже эмочка с вышивкой прекрасная. Плотная, очень теплая, размер М. Тоненькая, евро 40 размер, тонкий флис. Здесь XL размер, MC Kinley или McKinley. На флисе. Дабл спид, 42-44 размер, евро. Тоже она внутри на тоненьком флисе. Здесь достаточно плотненькая, размер XL. ТСМ размерчик 36-38, тонкая. Здесь у нас 2 XL. И воротничок вот так вот еще застегивается. Высокий ворот. XL размерчик. Ну, на XL вряд ли, ну вот ML, наверное. И здесь тоже ворот застегивается у нас. Расстегивается. 40 размер. Это OK или OK. И последняя в этом лоте на 164, тоненькая, прям тоненькая толстовочка. Это весь лот. Подробности под описанием. Спасибо за внимание.